СНГ срывал. Значит, двигаемся сейчас в направлении ДК на крылечко, потому что вовнутрь ДК мы никаким образом туда не входим. Там есть звукоусиливающая аппаратура, и все это будет каким-то образом, ну, не знаю, как это сказать, организовано более-менее, потому что сейчас по кутам стоят, никто никого ничего не слышит. Все, вот таким вот образом. Вот это наша Колывань. Вот до такой степени мы вот накалены. Я первый раз езжу Колывань по такому количеству в одном месте. Да. Это никакой, не знаю, не седьмое, ну, на 9 мая мы еще таким образом собираемся. А больше уже ни на Новый год, ни 1 мая, ни 7 ноября, никакие там дни Конституции, такого не существует. Это событие из ряда вон выходящее и требует решения. Значит, в настоящий момент собрано около 1000 подписей, ну не подписей, а заявок на подпись через сайт, да. Да, около 1000 подписей собрано. В дальнейшем будет это все в натуральном виде организовано. Она так и стоит. А ты видел, как ее сделали? Пластмассовая решеточка, возьми рукой и сам туда. Конечно. Как вот мы в ДК войдем? Как мы в ДК такие не войдем? Подойди, там микрофон. Здесь можно стоять, микрофон здесь можно. Если пригласить. Не надо там прям. У нас технология другая. Я понимаю. И мы нам нужно. А вот это вот, это важно, да. Да, да. Да. Так, глава вот вышел. Ну, хотим вот узнать. И люди все подходят. Очень много уже всех присутствующих. Это собрание, да. Это проводы главы. Да, вот это вот, вот это, да, мечта всех колыванцев. Проводы главы. Вот так. Это проводы главы. Да, это вообще представить невозможно. Да. Это представить невозможно, что в Колыване люди созрели. Подальше, чтобы видео могли. У нас проблема надежности водопроводной сети очень актуальна. Я думаю, еще раз, будет кому-то предоставлено слово, мы вас попросили, я рассказать свое мнение. Гнев вообще за рамками. И все люди на работу ходят. Все побросали работу, пришли сюда. Никто его слушать не хочет. Понимаешь, морозы, никто не случится никакой беды. Поэтому вот произошла одна трагедия, и они
отставку! В отставку! Отставку! В отставку! В отставку! Отставку! Все мы уже слышали. 10 лет мы слушаем это все одно и то же. Репост нажимайте, распространяйте все это. И вообще там... Отвечайте на вопросы в рупор! Ну мы все слышали! Мы не хотим его слушать. Народ не хочет слушать. Наслушались уже 9 лет его. Приезжий гастролер. Приезжий. Приезжает с машины прямо на приступочек администрации. Вон она, администрация. Ни в магазин, ни на дорогу, ни куда-то подойти, ни пройти по поселку. Он это не может. Он все управляет из кабинета по телефону. Дошло вот это. Два человека зайдут и все. Да, и там послышал рассадят. Знаешь, что сказал? Что это городские понаехали и хотят это самое. Типа это устроить. А он сам где живет? Здесь живет? Нет. Вот именно если городские понаехали, тогда он что здесь тогда делает? Городской. Пускай сваливает. Зачем? Поставим того тогда человека, который знает про Калуга, не будет делать, что надо. Никто ничего.